Привет, сейл уже практически начался во всех магазинах. Так что некоторые вещи уже будут со скидками, некоторые на перспективу рекомендации. Так что устраиваемся поудобнее и погнали. Начнем с H&M. Понравилось мне вот это платье темно-зеленого цвета. Хороший плотный материал, синтетический, правда. Такой принт на нем его не удешевляет. Струящееся платье можно носить как и в повседневной жизни, так и, например, на Новый год надеть. В зависимости от случая, просто завершите образ стильными аксессуарами, хорошей прической, мейком и качественной обувью. Далее хлопковое платье, коротенькое. Здесь на обувь не смотрим, я бы предложила что-то погрубее, а так неплохое. Шуршит, девочка-припевочка. Если вы надеваете это платье с сапогами, то нам нужно уменьшить контраст перехода от платья к ножкам и от ног к сапогам. Что мы делаем? Мы надеваем колготки оттенка или сапог, или платье. Например, болотный оттенок колготок, антрацитовый цвет, меланжевый цвет, серо-черный. Далее платье, очередная коллаборация H&M. Ну, мне оно не понравилось, как-то куца села. Для дачи, если только использовать, в огород сходить, клубничку нарвать в платьишке и зайти обратно. Из новых коллекций брюки слишком по-пижамному смотрятся, не понравились. Состав тоже так себе, полиэстер. А вот свитер хороший, опять плотная вязка, все-таки H&M по свитерам мастер. Вот такое поэточное чудо ни в коем случае не брать. Очень качественно сделано и дешево выглядит. Она еще ко всему тяжелая. Видите, как к земле ее тянет. Свитера вот эти могу рекомендовать. Они укороченные, мягенькие, хорошенькие. В Страдивариусе понравились вот эти ботинки. Брюки белые неплохие. Свитер из полиэстера скатается 100%. Цвет хороший, но на этом все. Куртка укороченная. Не понравился материал, она какая-то полупрозрачная, что ли. И худи укорочено. Хороший голубой цвет, хлопковая. Кстати, обратите внимание на сочетание цветов коричневого-голубого. Синего-коричневого. Хорошо смотрятся эти цвета. Зара, Зарочка, Заруня. Ну что, во время распродажи там просто черт сломит. Часть видео я снимала за день до распродажи. И
там все было пока в порядке. А потом настал день сейла, и все поменялось. Ладно, шутки шутками, а прибаутки прибаутками. Шапки неплохие, плотно связанные. Это лучше, чем в прошлом году голый акрил был. В этих шапках состав получше. Вот эти, кстати, ботиночки из натуральной кожи интересные. Помните брюки из прошлого влога? Вот из этой серии еще, оказывается, платье есть с перьями. На сейле нашла вот такой пиджак, хороший, в составе есть шерсть. Темно-коричневый цвет, в полоску, достаточно универсальный. И еще нашла такую безрукавку с высоким воротником, с разрезами по бокам. Неплохой состав, на первом месте вискоза, но комбинировать ее нужно аккуратно, потому что если вы наденете какой-то грубый низ, например, с активным ремнем, то это все будет некрасиво выпирать. Далее у нас на очереди бенетон, и для любителей ярких цветов там просто рай. Всевозможные свитера, водолазки, пиджаки, куртки, пальто разноцветные. Ну и по составу тоже неплохие вещи, натуральные ткани. Померила вот эту яркую куртку укороченную. К сожалению, остался один размер. Мне все-таки хотелось побольше. Все равно неплохо она смотрится. В жизни даже ярче, чем камера передает. Такая тепленькая, дутая. Для разнообразия самое оно. Раскрасить, так сказать, серые зимние будни. Тем более, когда снега совсем нет. Эта куртка уже такая тоненькая, на теплую осень. И для тех, кого не смущают эти нашивки с названием бренда. И последнее, что я там померила, это тренч темно-зеленого цвета. Неплохой. И кот у меня замолчит, если сейчас будет, вообще здорово. И вот вариант с поясом. И напоследок я зашла в Манго. Там распродажа началась раньше всех. Много позиций на сейле. Много эко-шуб. Вот это коричневая. Ну, своеобразная такая. Не каждая смелится такую надеть. Для разнообразия можно. Белая, укороченная, тоненькая, до минус 5, наверное, и то, если под низ надеть, например, какой-нибудь теплый свитерок. Удлиненная, белая, тоже неплохая, но смотрите, в бедрах узко будет, для прямых фигур самое то. И очень мне понравилось по тактильным ощущениям вот эта красивая шубка. Серо-бежевого цвета, какая она мягкая, очень дорого смотрится, но она не на скидках. Oh, no.
Потом сумочка вот такая интересная еще есть в бежевом цвете, как будто мятый пакет. Люблю такие минималистичные, в то же время интересные вещи. И вот такая дубленка. На первый взгляд издалека я подумала, что она из натуральной кожи. Выделка хорошая. На самом деле это эко-кожа, но очень качественно сделана. Мягкий такой материал. И мех тоже хороший. И плюс она сейчас на скидках. А я буду заканчивать. Не теряйте головы на распродажах. Покупайте все строго по шоп-листу. Не забывайте ставить лайки, подписываться. Будет много всего интересного. Также переходите на мой инстаграм и тоже подписывайтесь.